Да. Насколько выживание Израиля зависит от США? Если завтра прекратится финансирование в 3 миллиарда долларов, сможет ли страна выжить? Ни одна страна в мире еще никогда не объявляла о банкротстве. Мы просто не будем выплачивать долги. Один из пунктов нашей программы как раз гласит, что необходимо прекратить просить Америку об экономической помощи. Я считаю, что экономическая помощь от этой страны вредна для Израиля. Мы превратились в наркоманов. Когда нам нужен очередной укол, мы получаем укол. Так жить нельзя. Израиль должен научиться стоять на собственных ногах. Ему придется урезать бюджет, придется жить посредством. Это дядя Сэм научил нас думать, что мы Рокфеллеры. Мы не Рокфеллеры, мы бедны. И мы должны научиться жить с этим. Мы должны учиться строить собственную экономику. Мы в состоянии это сделать. У нас в Израиле много мозгов, много гениев. Нужно лишь освободиться от оков бюрократов, и мы научимся ходить самостоятельно. Но давайте поговорим о серьезных вещах.